Так, всем привет. Мы продолжаем наш разговор про питончик для начинающих. Я очень надеюсь, что я не распугал никого в двух предыдущих лекциях. Действительно тяжело переключаться на другой уровень, но если вы внимательно посмотрите на содержимое этих самых двух предыдущих лекций, то вы заметите, что у нас не так уж много тем, которые требуют полного осмысления. Я старался сделать именно так. Я старался рассказать довольно много, но из такого примитивного у нас, в общем, примерно 4 темы. Значит, первая тема – это алгоритм как последовательность. Сегодня мы будем ее усложнять, потому что алгоритм, разумеется, не только последовательность. Вот. Вторая тема – это промежуточное хранение данных, которые у нас именуются с помощью переменных. Вот. Ну, вернее, с помощью имен, потому что в Питоне именование немножко не так устроено, как в других языках, но очень долго мы можем называть эти имена переменными и не мучиться. Третье, значит, это преобразование типов. И вот, когда мы делаем в нашей программе что-то типа... Еще пятое, я забыл, скриптование и командная строка. Вот, значит, когда мы делаем в нашей программе что-нибудь такого типа A равняется input, и нам приезжает строка какая-то, вот, а когда мы, и эта строка, которая ведет себя как строка, для того, чтобы получить число, мы говорим int от A, ну или в виде суперпозиции int от int, да. Значит, что здесь происходит? Сначала вызывается внутренняя функция, ну как нас учили скобочки раскрывать. Она вводит нам строку, потом внешняя функция int преобразует ее в число, и это число получает имя A. Вот. И еще я забыл сюда вставить. Давайте вставим, что ли, ради того, чтобы... Командная строка и сценарий, они же программы. Командная строка... Почему мы их называем сценариями? Потому что у нас все, что мы пишем в нашу программу, интерпретируется. Вот. Я обещал, кстати, не пользоваться консольным питоном, а пользоваться айдлом. Давайте мы так и сделаем. Запустим айдл, а консольным питоном пользоваться не будем. Вот. Все, что мы пишем в командной строке, можно сложить в скрипт, сценарий, и, пользуясь нашим знанием о последовательном выполнении команд, выполнить ее одним махом. Вот у нас есть прекрасный idle, простейший, который есть везде. Да? Это у нас повторение того, что было. Мы можем просто завести некую программу, назвать ее, не знаю, ну, то есть написать в нее несколько команд. Допустим, a равняется int от input. И b тоже равняется int от input, да? Вот. Ну и там print as db. Вот. И даже сохранить ее во что-нибудь. Назовем тут что-то типа sum.py. Вот. Ну и, собственно, вот она вводит одну, вторую, вводит сумму. Какая сумма? Она даже не сумма. Ну, не важно. Сценарий. Она же программа. Хочу напомнить, что все, кто хотят достичь хоть чего-нибудь, должны довольно много делать практики. Я нашел, надо было сделать это раньше, я нашел прекрасное место, ну, пока что оно прекрасное, пока что мои идеи и идеи автора вот этого сайта совпадают. Я нашел довольно неплохое место, которое называется Python Tutor русским языком, в котором есть упражненьки. И пока что мне нравится то, что там написано, так что если наши с вами у нас тут заседания не подойдут, мы, значит, вам не подойдут, вы чего-то не поймете, лезть в Python Tutor, там еще раз вам объяснят, возможно, не так, как я. Вот. Кстати, там есть изрядное количество задач, вот их тоже можно прощелкивать, особенно если вы новичок. Новичкам главное как можно больше задач решать. Я не буду вам давать как можно больше задач, потому что моя задача отконтролировать уровень ваш, а не загрузить вас. Но тем не менее, это хорошее. Вот видите, я дам вам 4 задачи, а тут их больше 10. Вот. Ну, они довольно простые все. Они все довольно простые. Вот, наверное, я даже
попрошу вас, если у вас будут возникать проблемы с решением домашних заданий не только в Еджадже, то есть не только для отчета на факультете, ну и, например, вот здесь в Python Tutor, возможно, обращаться ко мне за помощью. Вот. Механизм этой помощи я пока еще себе не представляю. Ну, в общем, я думаю, что я вас не оставлю без внимания. Так что дерзайте. Ну вот, тем не менее, для тех, кто хочет получить оценку, вам обязательно зарегистрироваться на Еджадж. Вот. Сегодняшняя наша тема, как мы уже с вами говорили, это сравнение и условный оператор. Давайте начнем со сравнений. Давайте начнем со сравнений. Вы можете сравнивать любые объекты в Питоне. Кстати, интересно, совсем любые. Ну, давайте сначала начнем с нелюбых. Например, числа. Кстати сказать, вот тут один из слушателей хочет домашку без математики. Совсем без математики не получится, потому что математика – это самая простая штука. Не смейтесь, самая простая штука, владение которой не требует дополнительной информации про какие-то другие инструменты. Предположим, у нас была бы домашка не по математике, а, ну, вернее, не с математикой, а с веб-сайтами. На самом деле, для того, чтобы делать домашку с веб-сайтами, построение веб-сайтов, надо было бы знать огромное количество всякого ненужного для алгоритмов и для питона подробностей, которые, значит, вот при строительстве веб-сайтов используются. Однако запрос я понял и подумаю над тем, чтобы в домашке оказались задачи, ну, без, по крайней мере, сильной математики или, возможно, вообще не с математикой, а с чем-нибудь еще. Вот. Тем не менее, сегодня тоже будет математика, крепитесь. Хотя и немного. Так вот, сравнение. Вы можете сравнивать числа. Вот, обратите внимание, что результатом сравнения является нечто true или false, то есть истина или ложь. Вот. Сравнения эти бывают 7, что ли, видов. Это вот больше либо равно так пишется. Вот так писать больше либо равно не надо. Вот. Кажется, оно не зайдет питону, а вот так можно. Вот. Не лишне напомнить, что сравнение на равно пишется через два знака равенства, чтобы не мешать присваиванию. Да? Операция связывания пишется через одно знак равенства, а операция сравнения через два. При мысленном чтении прямо так и пишется, равно-равно. То есть вот это 2-3-4 меньше, чем 3-3-4-3, вот это 2-3-4 меньше либо равно, чем 3-3-4-3, а вот это вот 3-3 равно-равно-3-3. Вот произнесение как равно-равно, оно каноническое, в том смысле, чтобы отличить от операции связывания. Результаты сравнений бывают ровно два. Это true или false. Вот. Еще бывает ошибочный результат сравнения. Сейчас давайте попробуем. Нет, а если я напишу меньше? О! Вот. Значит, гарантируется, что если вы сравниваете два объекта, которые сравнивать вообще нельзя, ну, например, строку с числом, то они будут не равны. Обратите внимание на то, что строка никогда не равна числу, даже если... Ну, вот смотрите. A, B равняется 22, D 22. Да? Это два совершенно разных объекта. Вот. Они друг другу не равны от слова совсем. Не равны, видите? То, что они при выводе выглядят одинаково, не должно нас смущать. Вот. Тем более, что вот так вот они выглядят, как видите, по-разному. Да? Питончик нам заботливо ставит апострофы там, где объект строковый. Вот. Ну а то, что они ведут себя по-разному, мы уже помним. Вот. Значит, это сравнение. До кучи накидаю еще два сравнения. Сравнение двух объектов одинаковых. Вот. И это просто равно-равно. А сравнение на то, что данный объект, данные два имени именуют один и тот же объект, это сравнение из. Ну, например, c равно a, да? И теперь у нас c не только равно-равно a, но и c из a, потому что на самом деле это два имени одного и того же объекта. В онлайн-примерчике, который я не приводил, покажу, пожалуй, покажу вам хороший инструмент, который позволит людям
который позволит людям... Вот этот ресурс назывался PythonTutor.ru, а PythonTutor.com совершенно другой ресурс, в котором используется одна очень забавная штука. Вот. Так вот, позволит людям, немножко далеким от представлений того, как работает интерпретатор Python, посмотреть, как, по крайней мере, Python обращается с данными. Ну вот смотрите, A равняется B равняется 1, 2, 3, 4, 5, и C равняется тоже 1, 2, 3, 4, 5. C равняется не 1, а C равняется A. Давайте посмотрим, как в данный момент Python работает с данными. Вот у нас заводится один объект 1, 2, 3, 4, 5, и у него есть два имени А и Б. В следующей строчке у нас заводится еще одно имя для того же самого объекта 1, 2, 3, 4, 5. Как видите, тут вот довольно хорошо видно, что объект 1, а ссылок на него 3. Да? И, соответственно, что будет, если я напишу D равняется 1, 2, 3, 4, 5? Как у нас отреагирует этот питончик? Ну-ка. А, как видите, этот питончик работает не так, как питон, написанный на C. Питон, написанный на C, завел бы здесь другой объект. Ну, давайте нас не будем путать. Возможно, это даже лишнее. В общем, идея состоит в том, что совершенно неудивительно, что C из A — это true. Да? Неудивительно, что C из A — это true. Потому что, как видите, они именуют один и тот же объект. В некоторых случаях это может не оправдаться, но когда вы пишете вот так вот, когда вы говорите, используете операцию связывания с уже имеющимся объектом, разумеется, имя C будет связано с уже имеющимся объектом 1, 2, 3, 4, 5. Вот, это инструмент PythonTutor.com, а PythonTutor.ru это инструмент, где есть достаточно много задачек и упражнений. Очень его пока что советую. То есть вот я поглядел в него и выяснил, что там примеры и задачки и объяснения похожи на то, что сделал бы я. Чтобы закрыть эту маленькую тему, скажу, что в Питоне, в отличие от большинства других языков программирования, поддерживается такая штука, как многоместные сравнения. Мы можем написать что-то вот такого духа. В таком духе 1 меньше 2, меньше 4, меньше 5 и получить true. То есть написать что-нибудь A, B, C, D равняется раз, давайте для примера сделаем больше, E, 1, 2, 3, 4, 100, запятую. Вот. То есть мы можем одновременно сравнить сразу несколько объектов, вот, и записать это вот таким красивым математическим способом. Понятное дело, что это именно многоместная операция сравнения, в том смысле, что это не последовательное применение сравнений к сначала к А, Б, потом результат к С, результат к Д, результат Е, разумеется. Чтобы пояснить, как работает эта штука на уровне языка, можно сказать, что на самом деле проверяется, чтобы все условия, которые мы здесь перечислили, были верны одновременно. И вот это А меньше Б, и вот это Б меньше С, и вот это С меньше Д, и вот это Д меньше Е. Вот. То есть в Питоне есть такая функция all, которая делает то же самое. А меньше Б, запятая, Б меньше С, C меньше D и D меньше E. Да. Вот, ой, вот, ой, че? А, тут надо вторую скобочку взять. Вот так. Ну или список передать. Вот почему я не рассказывал про функцию all, я вспомнил. Мы должны передать функцию all последовательность. Мы не можем передать ей сразу несколько параметров. Да? Либо кортеж должны передать, либо список. Понятно, почему функцию all я не рассказывал другим, но проговорился, так проговорился. Вот. Фактически, вот именно это происходит. Вычисляется 1, 2, 3, 4 выражения, 4 сравнения. Вот это, вот это, вот это и вот это. И потом проверяется, что они все одновременно верны. То есть каждый из них равно true. Вот. Еще вместо all можно использовать any, которое будет верно в том случае, если хотя бы одно из них верно. Любое. Да. Значит, обращаю ваше внимание, что это не волшебные двойные круглые скобки. Это круглые скобки от вызова функции all и круглые скобки от составного типа данных под названием кортеж, он же константный список, про который мы пока говорить не будем, но когда-нибудь про него поговорим. Вот.
Вот многоместные сравнения выглядят так. Ну, чтобы вас окончательно запутать, скажу, что они могут выглядеть вообще как угодно. Ну, например, а меньше b не равно d. Так тоже можно написать. Да? И это будет то же самое. Проверится а меньше d и проверится, что b не равно d. А меньше b и что b не равно d. Ровно так. Да? Вот любое многоместное сравнение — это просто одновременная проверка всех вот этих условий, которые тут написаны атомарно. Вот. Вообще говоря, все условия, вот такие сравнения, это просто арифметические операции. Ну хорошо, не арифметические, логические, раз уж они возвращают true или false. Например, мы можем написать вот так. Print a больше b. Мы даже это уже делали, да, где-то тут. Давайте здесь сделаем. Print a меньше b. Да? Шмяк. Запустим. Введем a, введем b. A меньше b true. Да? Значит, давайте усложним операцию. Давайте мы сначала вычислим какое-нибудь выражение. 2 умножить на 2 плюс 1 меньше, чем b, ну скажем, пополам. Да? Три... 4. False. 3. 100. True. Вот. Как видите, операция сравнения может быть легко встроена в выражение. Вот. А точнее, выражения могут быть легко встроены в операцию сравнения, потому что у нас разный приоритет. Что такое приоритет? Ну, мы с вами помним из арифметики, что у операции возведения в степень наивысший приоритет, у операции умножения и деления приоритет пониже, а у операции сложения и вычитания еще ниже, поэтому в этой формуле сначала мы вычисляем а умножить на 2, вот, а потом уже, ну, давайте напишем вот так вот, чтобы было совсем понятно. Да? Поэтому при этом в этой формуле мы сначала вычисляем а умножить на 2, у него приоритет выше, потом только единиц плюс а умножить на 2, потом вычисляем b делить на 2, и в самом конце сравниваем их, потому что у операции сравнения приоритет самый низкий. Мы можем не ставить никаких скобочек, вот, ни для сравнения, ни вот здесь, вот все будет работать примерно одинаково. False. А, ну да. Там 14 должно быть. Да? True. Вот. Как видите, можно выводить true и false. Вообще, print выводить в питоне можно вообще любой, совсем любой объект. Что угодно можно сделать print. Вам обязательно что-нибудь про него расскажут. Например, смотрите. Давайте напишем print. Что при этом произойдет? При этом произойдет вывод объекта print. Мы знаем, что он функция, но, видимо, так нам и скажут. Ну-ка, скажи мне. Так, тут надо сначала ввести два числа. Во! Print выдал, что print — это функция. Built-in function. Вот. Обратите внимание, почему так произошло. На то, почему так произошло. Я не поставил после вот здесь вот круглых скобочек. Значит, Python эту функцию не вызывал, а просто рассматривал как объект. Этот объект он вывел? Ну, вывел. Вот он. Это print. Вот. Так что print можно делать абсолютно чему угодно. Мы можем хранить результаты сравнения в переменных, то есть обзывать их какими-то именами, ну, написать, например, вот так вот, да? Res равняется a меньше b не равно d. D не detected, хорошо, d равняется 100-500. Вот, пожалуйста. А, только не dir вы хотели сказать, а globals. Вот тогда видно, что чему равно. Для человека с ником Чоми или Хоми, он правильно высказывает претензию, что мы не очень понимаем, что чему равно. Я обращаю ваше внимание на то, что когда мы запускаем программу, вот здесь вот в окошке меняется контекст на те имена, которые мы в этой программе задали. То есть вот у нас есть A и B, значит, после запуска у нас окажется в нашем пространстве имен только A и B. Да? Все то, что было, удалится, и пространство имен заново сконструируется запущенной нами программой. Да? Соответственно, по этой самой причине у нас
к моменту вот этого сравнения, сравнения не было, не было D, а пока, потом мы его завели, оно стало. Как видите, мы можем вполне сохранять результаты сравнения в отдельный объект и его именовать. Вот. Этот объект будет хранить, соответственно, true или false. Ну, вот, на него, у него может быть сколько угодно имен, например, имя res, ну, в общем, вот. И так дальше, да, то есть сравнение – это самые обычные выражения, которые отличаются от арифметических выражений двумя вещами. Первое, у них очень низкий приоритет, поэтому сначала будет выполнена вся арифметика, а потом только сравнение. Второе, результат сравнения – это true и false, а не числа. Хотя, вот тут в параллельных лекциях, которые для программистов, мне резонно заметили, что на самом деле true – это 1, а false – это 0. Вот. Их даже можно умножить там, или складывать. Но это нам с вами знать не обязательно, это только усложнит код, поэтому будем считать, что они разных типов. Кстати, true и false принадлежат другому классу. Это так называемые булевские объекты, вот, которые нужны именно для того, чтобы хранить значение истины и ложь. Мы с ними еще встретимся много раз, так что знакомьтесь. Относительно сравнений, мы в ближайшее время, я еще не решил когда, будем говорить про строки, будем говорить, как работает сравнение строк, а пока что будем говорить, как работает сравнение чисел. Сравнение чисел работает очень тупо. Вот у нас есть число, которое где-то хранится питоном в памяти. И когда мы говорим а равно b, равно b, да, мы сравниваем вот эти два числа. Два объекта. Если они одинаковые два объекта, то сравнение сработает, да? Если мы говорим что-то такое 3, 4, 5 равно 1, 2, 3 плюс 1, 1, 1, 2, 2, 2, простите, то понятно, что происходит. Конструируется объект, состоящий из, константный объект, состоящий из суммы 1, 2, 3, 2, 2, 2, он будет равен 3, 4, 5. Здесь тоже конструируется объект 3, 4, 5. Потом происходит сравнение, равен ли объект 3, 4, 5, объект 3, 4, 5. Ну, в общем, даже если они и не одно и то же, вот, если это два разных объекта в памяти, то они, безусловно, равны. Это точно. Не такая ситуация с вещественными числами. Мы с вами с этим уже сталкивались. То есть, если мы пишем что-то типа 3.3 равно 3.3, то на наше счастье эти два объекта равны. Потому что когда мы конструируем объект 3.3 в памяти в первый раз и во второй раз, эти конструкторы совершенно одинаково работают, и результат у них одинаковый, и объекты равны. Но мы с вами прекрасно знаем, что 1.1 плюс 2.2 не равен 3.3. Почему? Потому что у операции над моделями вещественных чисел, а программы мы не можем, цифровые машины не могут работать с произвольными вещественными числами, только с их моделями, фактически с не с вещественными числами, а с очень извращенной формой рациональных чисел, то бишь дробей. Извращенной именно из-за того, что трудно предсказать их точность. Вот, как видите, 1.1 плюс 2.2 не равно 3.3, и это правда. Потому что, как мы помним, есть погрешность в этом вычислении. Поэтому, если мы делаем вычисление в вещественных числах, сравнивать их на равно-равно, это, ну, такой риск. Фактически, мы можем только подтвердить, что эти два числа, два объекта, которые мы сравнили на равно-равно, одинаковым способом получены. И тогда они действительно равны. А если они получены разным способом, вот, например, здесь я тут сложил 1,1 и 2,2, а справа, значит, я завел 3,3 прям руками, то вполне возможно, что они не равны. Поэтому в библиотеке math, помните такую, есть специальная функция isClose, которая позволяет, позволяет проверить, что эти наши два объекта, что эти два объекта наши потенциально друг другу близки. Да, вот давайте попробуем 1.3.3. True. А если мы здесь сильно накосячим, то будет false. Вот.
Вот такое приближенное сравнение от Питона, называется isClose. Его и только его имеет смысл использовать, когда вы хотите сравнивать два вещественных объекта на равно-равно. Так делать не надо. Ну, наверное, можно, если вы хотите проверить именно тот факт, что оба объекта были вычислены одинаковым способом, да, но если хотите проверить их на, ну, равенство, то это равенство, оно, вот видите, такое очень приблизительное. Вот. Весь этот разговор про сравнения и про их как бы арифметические, про включение в них арифметических операций нужен, разумеется, для того, чтобы мы с вами могли писать такие программы, такие сценарии на Питоне, в которых мы бы могли, в случае, если сравнение истинно, то бишь возвращает true, выполнять какой-то кусок оператора, кусок кода, вот этот, собственно. А в случае, если оно ложное, не выполнять его. Ну, давайте попробуем. Вот введем, опять же, два числа. И напишем что-то типа if a больше b, print, что там, a больше b. Вот. Обратите внимание на то, что функция print может принимать больше одного параметра, она будет разделять их пробелами, это как бы вполне нормально так пользоваться ей. Ну, давайте введем. Опс, что было не так? Давайте еще раз. Вот. Ой, ничего не напечатал. Ну да, понятно, потому что у нас было меньше b. Давайте еще разок. Отлично. Значит, смотрите, вот мы сейчас посмотрели, как ведет себя условный оператор. Условный оператор себя ведет очень просто. Если условие выполнено, то все операторы, которые у него внутри, выполняются. Про внутри мы сейчас поговорим. Давайте мы b плюс равно 100. Вот. Кстати, плюс равно. Я, возможно, об этом не рассказывал, хотя должен был, но давайте расскажу сейчас. Мы можем написать что-то типа a равняется a плюс 100. И это будет означать, что мы... Ой, чё? Плюс 100. Господи, прости. a равняется a плюс 2, плюс 12. Да? И это будет означать, что мы буквально означать, что мы сделали следующее. Здесь вычислили какое-то выражение и потом назвали его именем A. Тот факт, что в этом выражении участвовало имя A дважды слева и справа, ну, во-первых, его надо выяснять, читая эту строчку. Во-вторых, иногда оно бывает так сильно запрятано, ну и так дальше. Если мы хотим показать читателю нашей программы, даже не интерпретатору, а программисту, самому себе, что мы увеличиваем a, ну скажем, на 12, то мы должны писать именно так, как написано вот в той программе. A плюс равно 12. Да? Плюс равно — это такая сокращенная запись вот для этого. Когда-нибудь мы договоримся до того, когда эта запись и вот эта запись не равны, но с точки зрения целых чисел абсолютно одно и то же. Вот. Во-первых, это короче. Допустим, у нас переменная A называется длина главной стойки. Вот мы пишем, длина главной стойки равняется длина главной стойки плюс. Вот. Во-первых, эта запись короче. Во-вторых, эта запись устроена таким образом, что мы явно заявляем, что мы увеличиваем тот объект, который раньше был A. Да? И называем A результат. Вот. Повторяю, что с точки зрения, скажем, целых чисел, это абсолютно одинаковая операция, и такая, и сякая. Вот. Просто это короче и понятнее, что мы хотели сделать. Вот. Да. Соответственно, смотрите, мы можем в условный оператор вставить сколько угодно операторов вот сюда внутрь. Будет это выглядеть вот так вот. Ну, тут можно было написать вот равно, да. Ну, в общем, вы меня поняли. Меня спрашивают, как зовут моего кота. Моего кота зовут Ёжики. Вот. Как видите,
внутренность оператора. Да, соответственно, если, условие не выполнено, то не выполняется ничего. Все вот эти операторы, которые находятся внутри if, пропускаются. Я много раз говорил внутри, но еще пока не говорил, что такое внутри формально. Формально в питоне есть понятие блок с отступом. Вот эти три оператора называются блоком с отступом, потому что они отстоят от начала строки на одинаковое количество пробелов. За это питон, в общем, не любят некоторые хакеры, которые говорят, меня заставляют форматировать текст не так, как мне нравится. И очень любят преподаватели, потому что, ну, по той же самой причине. Потому что питон заставляет форматировать текст. В питоне отступы имеют значение. То есть, если мы, например, ошибемся и сделаем отступ не в 4 символа, а в, скажем, 3, то при попытке запустить такую программу, нас питон обругает со словами, читаем сообщение об ошибке обязательно, an indent does not match any other indentation level. То есть, вот здесь вот мы уменьшили отступ, и, соответственно, вроде бы у нас блок с отступом закончился. Но когда блок с отступом заканчивается, должен продолжиться тот уровень отступа, который был раньше. Раньше он был вот такой. А здесь мы, то есть 0 пробелов, а здесь мы почему-то сделали 3 пробела. Такого отступа не было никогда раньше, поэтому питон ругается. Обратно тоже верно. Если мы случайно сделали не такой отступ в программе, ну даже не здесь давайте, а вот здесь сделаем, случайно, то мы получим вот такую ошибку. Unexpected indent, то есть... Этот оператор не должен был начинаться с отступа, он не является блочным, это не условный оператор, и не оператор цикла, забегая вперед, и не оператор функции. Вот. Почему он от отступа? Ни почему. Ни почему нельзя, говорит Python. Видите, он даже покрасил это розовым цветом, не надо так делать. Все операторы внутри одного блока должны быть с отступом. И этот отступ должен быть одинаковый. Он может быть любым. То есть мы, в принципе... можем сделать отступ 2 пробела, а не 5, как нам советуют умные люди. Вот. Пожалуйста. Ай. Это у нас условие не было выполнено. А вот это у нас условие выполнено. Вот. Но почему-то считается, что... Почему-то считается, что 4 пробела наиболее читаемы. Вот в IDLE для этого, для форматирования есть специальные функции indent и dedent. Dedent. И специальные клавиатурные сокращения Ctrl квадратная скобка вправо и Ctrl квадратная скобка влево. Да? То есть мы можем двигать эти блоки вот так вот. Раз. У меня не получилось. Почему не получилось? Непонятно. А, вот получилось. Я просто не на ту кнопку нажал. Вот. Как тут правильно советует человек с ником Чоми, надо внимательно следить за тем, чтобы ваш редактор внезапно не положил внутрь текстового файла специальный символ, который тоже не видно, в представлении текста, который называется табуляция. Вот. В лекции по питону и вот в сегодняшней лекции по разработке под Linux я буду уделять внимание табуляциям. Вот. Сейчас же скажу так. Если вы пользуетесь редактором IDLE, табуляции у вас не будет в тексте. Если вы пользуетесь современными средствами разработки для питона, у вас тоже не будет в тексте табуляции. Вот. Но имейте в виду про вот эту вот ситуацию с ними. И если вас это интересует, просто посмотрите в какой-нибудь из наших материалов, где про табуляцию написано. Значит, условный оператор может быть с клаузой else, она не обязательна, как вы видели, в которой мы определяем ситуацию, определяем, что делать в случае, если условие было неверно. Обратите внимание, что из того, что A больше b это ложь, не следует, что а при этом меньше b. Они могут быть равны. Да? Вот давайте попробуем. Теперь у нас, что бы мы ни ввели,
чтобы мы не ввели, наша программа будет показывать. Во! Будет что-нибудь показывать. Вот. Клауза else устроена точно так же, как клауза if. У нее в конце двоеточие. Дальше блок с отступом. И все, что в этом отступе написано, все при этом выполняется. Вот. После того, как условный оператор, после того, как условный оператор отработал, то есть его блоки с отступом закончились, выполнение происходит, как оно и планировалось дальше. Да? То есть, вот, допустим, если у нас оператор закончился, вот этот end будет выведен в любом случае, и в случае истинности, и в случае ложности нашего утверждения. Вот видите, это у нас было истинное утверждение, а это было ложное. Вот, вот такая картина. Женя тут замечает, работает ли плюс равно быстрее, чем явное сложение. Думаю, что в случае целых чисел в питоне неощутимо быстрее. Там, возможно, где-то есть хитрость, связанная с тем, что мы не будем пытаться удалять объект, зная, что мы потом его же и свяжем. Вот. Вот в низкоуровневых языках программирования, где, например, в C, где подобного рода инструкции превращаются в код на ассемблере, вот там операция плюс равно действительно существенно быстрее работает, чем неоптимизированная операция A равно A плюс. Вот. Ну, зато оптимизатор умеет делать какую-то эту работу за нами. Вот. Условные операторы. В общем, ничего военного в условных операторах нету. Здесь вы ставите условие, любое. Мы могли поставить сюда не только А больше Б, но и там какое-нибудь выражение. Вот. После оператора if идет блок с отступом, который нужен для кода, выполняющегося в случае, если условие верно. А после клауза else необязательный. Блок с отступом, который нужен для кода, выполняющегося, если условие неверно. Ну, даже не знаю. Тут написано еще примеры. Мне кажется, что у нас было довольно много примеров. Вот. Ну, давайте я приведу пример сложной формулы. Да? А умножить на 2 плюс 1 больше b. Вот. Даже увеличенные. Да? Давайте только по фэншую это раз нарисуем. Ну и b тоже давайте пополам. Вот так. Вот. И запятую здесь не забудем. Это была запятая, а не то, что я нажал. Да ладно тебе, ну, запятую. Вот. Мне кажется, что ничего. Фэншуй. Фэншуй. Да, значит, ну и... Вот, как видите, вот это сравнение теперь работает так. Вычисляется вот это выражение, вычисляется вот это выражение. Обратите внимание на операцию целочисленного деления. Да? В питоне, если вы сделаете вот так вот, то эта операция будет вещественное деление, а вот так вот целочисленного, то бишь на целоостаток, а операция остатка деления будет вот такая. Вот. Тут важная тема. Она важна, разумеется, для тех, кто вот во все это вникает более или менее по первости. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Все, что стоит внутри блока с отступом, это блок с отступом. Там могут быть любые операторы.
В частности, там внутри может быть еще один оператор сравнения. Например, вот такой. If, ну скажем, A больше B, print вот так. Вот. Что это означает? Это означает, что в случае, если вот эта формула, вот это сравнение верное, то будет выполнен вот этот блок с отступом весь. В этом блоке с отступом есть оператор print и есть еще один оператор if, который будет выполняться только в случае, когда выполняется все вот это. Который там еще что-то такое сравнивает и еще что-то такое делает, если вот это сравнение верно. Да? Соответственно, у нас получится программа, которая в некоторых случаях выдает вот этот вот комментарий глубокомысленный. Да? Если мы напишем вот так вот, то он его выдаст, а если мы напишем вот так вот, то он его не выдаст, потому что A все-таки меньше, чем B, но зато вот эта формула действительно вот. Вот так, такого рода вложений может быть сколько угодно, но все тот же фэншуй, о котором тут вот спрашивает Чоми, говорит нам, что если их слишком много, ну, грубо говоря, больше 7, то вы что-то не так придумали в вашем алгоритме, так делать не надо, потому что потом вы сами не разберетесь. Правилами фэншуя занимается PEP-8, так называемый, то есть договоренность об оформлении питонского кода. И мы про это будем говорить, видимо, где-то в конце семестра, а пока что просто, хотя, ну, можно поискать, слушайте, это же... Вот сам PEP-8. Тут много написано. Вот. Значит, про расставление пробелов в том числе. Про PEP-8 есть, в общем, очень неплохие статьи. Вот. Более или менее, да, в общем, почитайте в них, погуглите их. Я не видел плохой статьи, потому что, ну, они все более или менее кратко или с пояснениями пересказывают вот этот самый PEP-8. PEP – это такой способ предложить в Python какое-нибудь улучшение. То есть любой человек в комьюнити может оформить свое предложение относительно того, как улучшить код на Python, заслать его в Python комьюнити, его там пообсуждают, покритикуют, заставят вас пооправдываться и примут или отвергнут. А вот. Так развивается язык. PEP-8 был, видите, сформирован даже не только Гвидо, а Гвидо, Барри и Ником. Это такие, ну, Гвидо, это понятно, значит, Гвидо Ван Россом, который, собственно, Python придумал, а Барри и Ник — это такие два очень известных олдовых разработчика Python. И вот, значит, они приложили руку к этому самому PEP. Вот. Где-то есть ссылка на русский перевод, но когда мы будем говорить про стиль оформления, вот тогда мы и туда сходим. Ну, вот примерно такой же пример, да, такой же пример, как у нас был в... Давайте его, что ли, на Python Tutor попробуем отлазить. Вот. Пример на вложенный оператор. Patent Tutor. Что-то не тот Patent Tutor, да? Да вроде бы тот был. Во. Наложенный оператор. Давайте мы его просто скопипастим туда, в этот Patent Tutor, и посмотрим, что получится. Во. Тут, правда, большие очень эти самые буковки, но, видимо, ничего страшного. Вот. Ну, поехали. Давайте поменьше сделаем. О, он хочет, мы начали его выполнять, а он говорит, введите число. Ну, скажем, 2, 3, 4. Бумс. Он говорит, введите еще одно число. Ну, скажем,
2-3. Начали проверять. Проверили, что b не равен нулю. B не равен нулю. Проверили а делить на b. Вывели, что 234 раз в 10 больше, чем 243. Вот. И мы сейчас чего? И, собственно, наше выполнение закончилось. Почему? Потому что здесь следует клауза else. Мы его выполнять не будем к этому if. А здесь следует клауза else вся. Вот к этому if мы ее тоже не будем выполнять. Ничего удивительного, что шестая строчка оказалась в нашей программе последней. Обратите внимание, да? Вот эту строчку мы выполнили, этот else мы не выполняем, и этот else мы тоже не выполняем. Вот и все. Давайте попробуем сначала запустить. Ввели число. Нет, я же сказал first. А, оно уже введено. Понятно. Давайте еще раз. Вот. А, вот он, вот. Введем число, ну скажем, 12. Введем число 123. И посмотрим, что дальше. Оно не равно нулю. А делить на b меньше 10. Поэтому следующая у нас операция — это вот этот print. Вот этот. А дальше мы снова увалимся за конец, потому что дальше идет, заканчивается вот этот блок с отступом. Вот этот. Да, вот этот. Вот этот блок с отступом, черт, что он не отмечается. Ну, неважно. Короче, он заканчивается. Вот. И после чего идет клауза else к вот этому if, она, разумеется, не выполнена, раз уж мы зашли внутрь этого. Да? Ну, давайте еще b равно нулю посмотрим. Ну, в общем. Ну, в общем, вы меня, кажется, поняли. Ну ладно, в общем, я не вижу смысла продолжать. Вы, я думаю, понимаете, что здесь происходит. В случае, если b будет не равно нулю, мы начнем рассусоливать, рассматривать ситуацию эту с другой стороны. Раз, вернее, равно. Если вот это вот неверно, b не равно нулю, то есть b равно нулю, то мы начинаем философствовать, что если число больше нуля, а у нас b равно нулю, значит, а бесконечно, ну как бы, в бесконечный раз больше нуля, потому что так устроены ноли положительные числа. Если а меньше, то а бесконечно меньше. А если оно не то, не то, то значит, а это новая конструкция. Вот про нее я сейчас и расскажу. Смотрите, давайте мы эту программу несколько упростим. Вот. Нет. Вот. И попробуем третий вариант, в котором мы должны еще проверить, что а равно b. Ну, как это делается? Ну, вот если а больше b, мы напечатали, что больше. Если а не больше b, мы должны еще проверить if а равно b. Сказать, что print а равно b. И else print а не больше b. Как видите, ну, эта программа работает, я думаю. А здесь можно, кстати, уже честно писать меньше, между прочим. Вот. Да, программа работает, она работает так, как было предсказано. Если это условие выполнено, мы выполняем вот этот оператор. Иначе, если это условие не выполнено, мы проверяем еще вот это условие. Если выполнено и оно, выполняем вот этот оператор. Если оно не выполнено, вот этот, а больше ничего не делаем, ну, так написано тут. Вот. Некоторый недостаток вот того, что я здесь написал, в том, что мы, в общем-то, сравниваем А и Б все время. И по-хорошему у нас может быть, например, много. Допустим, мы хотим еще рассмотреть случай, когда а очень сильно больше b. If а больше, чем b умножить на 10, да, мы пишем
очень сильно больше. Сильно больше. B. Вот мы ввели подобные условия, и мы теперь понимаем, что нам надо вот это все сдвигать. Даже не так. Здесь писать else. И всю вот эту часть выполнять только в том случае, если а у нас... Если операция а больше b умножить на 10, а больше b умножить на 10 неверна. Как видите, при каждой попытке добавить в эти различные условия, вот условия, вот условия и вот условия. Ну, давайте проверим, что она работает, конечно, но я как бы, я гарантирую вам это. Да? Ну, короче, работает. Значит, каждый раз, когда мы в такую цепочку условий добавляем проверку, у нас вырастает такая косоугольная лесенка вот этих сравнений. Они, видите, все на разном уровне. Между тем, если вдуматься в то, что мы хотим от нашей программы, то получится, что мы хотим буквально следующее. Мы хотим проверить, что если а больше b, очень больше, написать сильно больше. Если а равно b, написать, что оно равно. А если а не равно, написать, что оно, ну вот, вот. Это неправильная программа. Она многократно неправильная. Во-первых, она будет почти всегда писать слово меньше. Смотрите. Чё? А, не на то нажал. Еще раз. Ну, 4 меньше, хорошо. Но если мы напишем 5-4, видите, какая фигня? Почему так? Ну, понятно почему. Понятно почему так. Как устроена вообще эта программа? Она проверяет, что а больше b умножить на 10, и если да, пишет вот это. Дальше она проверяет, а еще она после этого, да, вот здесь мы возвращаемся к нормальному исполнению, да. И здесь тоже. Причем я не понимаю вопроса, что такое задать поле с данными. Вот Артем догадался, что я пытаюсь рассказать про ELIF. Конечно. Как видите, вот эта программа неправильная. Ну, конечно, мы здесь можем написать, например, if a меньше b. И это будет правда. Да? И мы почти сделаем правильную работающую нашу программу. Да что ж такое-то? Почти правильную работающую программу. За исключением одного случая. Как видите, наша программа теперь работает совершенно честно. Она проверяет, что вот эта формула больше, говорит, что сильно больше, а потом проверяет, что вот эта формула говорит, что сильно больше. Попытка упростить код ни к чему не привела. Вот, и вместо лесенки до небес мы должны, в питоне просто предусмотрена специальная конструкция. Давайте мы восстановим, как было, лесенку. Вот, предусмотрена специальная конструкция, о которой нам сейчас сообщил Артем. Она называется ELIF. А вот то, что я сейчас делаю, это абсолютный эквивалент. То есть, вот код, который вы только что... А, давайте мы еще раз на этот код посмотрим. Вот, вот этот код, который у нас работал как надо. If, else if, другое, else if, еще другое и лесенка. Вот, он является... Сейчас. Он является абсолютным эквивалентом кода, который я сейчас напишу. Вот. Ну и тут уже можно сделать вот так. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что
Это не эквивалент вот той неправильной программы, которая у нас получилась при попытке упростить, а именно эквивалент лесенки. Как этот эквивалент работает? Сначала он проверяет вот это условие. Давайте здесь напишем print куку. Сначала он проверяет вот это условие. Если оно выполнено, он выполняет вот этот код и прыгает в конец ифа вот сюда. Давайте проверим это. Вот. Если это условие не выполнено, он проверяет второе условие. Если выполнено оно, он выполняет вот этот кусок операторов, он может быть больше одного, и переходит тоже в конец. Если же не выполнено ни это, ни это, он проверяет третье условие. Вот. При этом, как вы понимаете, если, допустим, А меньше, чем Б, то прежде чем мы вот сюда придем, мы точно так же, как и в коде с лесенкой, проверим все три предыдущих условия. Мы проверим вот это условие, получим false, проверим вот это условие, получим false, проверим вот это условие, получим false, и пойдем по клаузе else, потому что у нас так и остался false. Вот. Вот так работают программы, где у нас на одном и том же уровне сравнения есть несколько условий. В действительности, если А много больше Б, то мы проверим только первое условие, выполним этот оператор. А если А, скажем, равно Б, то мы сначала проверим это условие, потом это, и потом только выполним вот этот оператор. То есть логически эта программа эквивалентна к программе с лесенкой. Вот. Давайте проверим это. Это работает. Тут человек с ником секретный код подсказывает, что в 30-м питоне у нас будет оператор match, который позволяет вот такого рода, ну, не совсем такого, но похожего рода операции разворачивать в виде линейной, ну, в виде структуры столбика. Я думал над тем, чтобы рассказать вам про матч, но, во-первых, T10, кажется, еще не релизнулся, Python. Вот. А во-вторых, на самом деле, логика работы этого матчинга, она довольно непростая. Она, вообще говоря, сравнивает структуру объектов. И в это надо въезжать. А нам пока не из чего въезжать в структуру объектов, поэтому мы ее оставляем в стороне. Может быть, я приму решение рассказать про упрощенный его вариант, но мне кажется, что пока в этом необходимости нет. Вот. Как правильно замечает секретный код, было много ругани в сообществе на предмет того, нужен этот матчинг или не нужен. Вот. Ну, договорились о том, что есть юзкейсы, при которых он прямо великолепен, а злоупотреблять им не надо. Вот и все. Мы про него говорить не будем. В 30-м, да, совершенно справедливо. Я тоже очень люблю слово 30-й питон. Ну вот, это каскадный условный оператор, в котором есть несколько условий, которые проверяются по очереди. И первое, которое оказывается истинным, выигрывает. Как мне советовали, кто-то тут советовал в... А, Женя, помимо условных операторов, тут я немножко рискую вас всех запутать, но терпите. Значит, сделаем такую четкую жирную паузу, что есть условные операторы, устроены они вот так, ну или более четко устроены вот так. Вот вам пример. Вот пример того, как они работают с элифом. Да? Кстати, достаточно частый пример на больше, меньше, либо равно с элифом. Очень частый. Вот. Помимо условного оператора, есть такие штуки, как условные операции. Они называются тернарными, потому что у них три... У тернарной операции три операнда. Ну, давайте вот отсюда начнем. Значит, тернарная операция условна следующим образом. Вы можете писать внутри арифметического выражения, прямо внутри, маленький такую условную операцию, если это не затрудняет чтение вашей формулы. Вы можете написать буквально следующее. Ну, допустим, n равняется... Ну, там... А запятая Б равняется 1, 2, 3, запятая 4, 5, 6. С равняется А делить на Б. Проблема в этом коде состоит в том, что если у нас Б равно нулю, то этот код сделает вот так. Мы, конечно, можем обмазать это условным оператором и написать if B не равно нулю, С равняется 100, 500,
100-500. Ну, потому что так, нам так хочется. Else c равняется a делить на b. Вот. И в b равно 0. Извините. И в b равно 0, конечно. Вот. И в результате у нас c будет равно 100-500. Но, как видите, это превратит наш код из одной строчки в 4. А между тем, у нас есть специальное выражение тернарное, которую можно, в которой все то же самое можно писать в одну строчку. Пишется это так. Внимание. C равняется 100-500 if b равно 0, else а делить на b. Обратите внимание на то, как где расположены у нас условия и где расположены кусочки выражения для true и для false. Вот с этой стороны у нас расположены кусочки выражения для true. Дальше идет if условие else. А с этой стороны кусочки выражения для false. Зачем так? Ну, во-первых, так читать удобнее. Если заиметь к этому привычку, разумеется. Потому что так удобнее читать вслух. Помните, как мы читаем, вот, допустим, c равно, ну, там, 100-500, если b равно 0, иначе c равно a делить на b. Да? Так читать удобнее. Во-вторых, мы сразу видим альтернативу слева, альтернативу справа. Иначе, если был бы другой порядок, одна из альтернатив оказалась бы посерединке. Вот. И мы хорошо видим условия, которые ограничены ключевыми словами if и else. Просьба не путать. Вот такая конструкция, это условный оператор. У нее внутри может быть что угодно, сколько угодно операторов. Да? Вот такая конструкция, это операция арифметическая, ну, скорее логическая. У нее внутри может быть только условие, а справа и слева только какие-то формулы, больше ничего. Мы не можем с помощью вот такой конструкции сделать все. Ну, на самом деле можем, но вам и не расскажу как. Вот, да? Будем считать, что вот такая конструкция, которая называется тернарная условная операция, тернарное слово трехместный, по-русски трехместный. Вот. Это легкий заменитель условного оператора там, где это удобно использовать, не нарушая читаемости. Ну, что вот такое прочесть достаточно легко. Вот. А теперь довольно интересная тема. Вот. И на которой, видимо, я остановлюсь. Вот. Хотя у нас время, кажется, еще не вышло. Ну, или подумаю, может быть, о чем-нибудь расскажу таком. Значит, новая забавная тема состоит в следующем. Мы с вами привыкли считать за сегодняшнюю лекцию, что в операторе if, например, ну, или в тернарной операции, например, вот здесь вот должно стоять true или false. Так вот, в питоне это не так. Питон на самом деле в качестве условия может воспринимать абсолютно любой объект, не только true и false. Любой. То есть мы могли написать вот так вот, смотрите. Раз, два, три, if, ну, допустим, пока что 3 меньше 5, else 4, 5, 6. Отлично. Но мы здесь могли написать, например, просто 100-500. На каком основании или там? На каком основании вычисление этого выражения выдало нам 1, 2, 3, а не 4, 5, 6? На основании проверки так называемой пустоты вот этого объекта. Если здесь у нас объект не пустой, он считается true. Если здесь объект пустой, он считается false. Пустыми объектами в питоне являются нули, целый ноль, вещественный ноль. Вот. Комплексный ноль. Пустыми объектами в питоне являются пустые строки,
а не пустая строка не является пустым объектом. Кстати, строка, содержащая пробел, тоже не является пустым объектом. Вот, видите? Пустыми объектами в Python являются пустые списки, пустые множества, ну, в общем, все пустое. Вот. Точно так же это работает, разумеется, и в if. Ну, давайте так. A, B равняется 4,5. If A минус B, минус B, print куку, else print кукурику. Вот. Почему так? Потому что а минус b равняется минус единице, а это не 0. Если мы сделаем числа а и b одинаковыми, то вся вот эта конструкция выдаст нам кукареку. Почему? Потому что в качестве условия выступает в данном случае объект. В данном случае этот объект является целым числом. И результат этого выражения равен нулю, а 0 это пустой объект. Вот. В следующий раз, не знаю, в следующий раз или через раз, мы будем говорить об алгебре логики в Python. Она будет оперировать не только true и false, но вот этими самыми пустыми и непустыми объектами. Вот. Пока что хватит нас этого знания. Возможно, даже у нас в домашнем задании будет использование этого знания в качестве такого бонуса. Да? Мы можем писать, смотрите, теперь относительно, как бы сказать, это даже не прагматика. Это, я забыл вот этот термин. Короче говоря, когда мы программируем, мы не только сообщаем информацию нашему интерпретатору формальную, ну и сообщаем неформальную информацию читателю программы. Мы его как бы информируем о том, что мы хотим сделать. Мы с этим сегодня уже встречались, да? Мы встречались с ситуацией, когда мы говорим а равняется там трали-вали плюс а. Фактически мы не даем понять читателю программы, что мы хотим изменить прямо то самое, где было а. А когда мы говорим а плюс равно 123, ну или умножить равно, между прочим, потому что все арифметические операции поддержат вот такой расширенный вариант присваивания, да? То мы говорим, вы знаете, мы домножаем а на 123. Или там доделим, да, там, делить равно 3. Вот. Кстати, обратите внимание, что это была операция вещественного деления. Вот. Вот вам пример информирования читателя о наших намерениях. Так вот, когда мы пишем if a равно нулю, там что-нибудь, вот, мы информируем читателя о том, что имя a, объект a, должен быть именно нулевым и ничем иным, что это число, и это число равно нулю. Информируем об этом. Когда мы пишем то же самое, но говорим вот так вот, в смысле не равно нулю, извините, да? Сейчас, извините, здесь мы напишем, я соврал, значит, если мы пишем фальстарт, если мы пишем вот так и пишем if a не равно нулю, мы говорим, мы как бы информируем читателя нашей программы о том, не интерпретатором, интерпретатору все равно, о том, что a это вообще по-хорошему должен быть числовым объектом, и он не должен быть равен нулю. А когда мы пишем вот так, мы информируем читателя о том, что неважно, что за объект А, но если он пустой, то, пожалуйста, вот, значит, вернее, если он не пустой, пожалуйста, напечатай вот это. В принципе, я бы сказал, что эти строчки еще и разные, потому что если А у нас, например, будет вообще не числом, а строкой, да, пустой, то они еще по-разному работать будут. Ха-ха. Ну да, понятно почему. Пустая строка не равна нулю. Но пустая строка пуста. Вот видите? То есть очень часто пишут там в программах на C и в программах на Python: не используйте сравнение с пустым объектом, используйте сравнение с пустым объектом, если вам важно показать, что A не является именно этим пустым объектом, а никаким другим.
Видите, даже есть разница. Вот такой операции, она тоже работает. Мы тоже сравниваем А с проверяем на пустоту, да? Но в этом случае мы явно говорим про ноль, а в этом случае это может быть что угодно. Напоминаю, что в питоне типизация строгая, но динамическая. И оператору if, вообще говоря, все равно, какого типа объект скрывается под именем А. Вот здесь он у нас строковый, да? А вот у нас пустая строка. А мог бы быть и, скажем, вещественным. Да? Вот. Но тогда... Да? А мог бы быть там вот таким. Да? Вот. В некоторых случаях вот это свойство питона... Да, совершенно справедливо. Вот секретный код, он, видимо, заглядывал в DAO питона. Говорит, явное лучше неявного. Все так. За исключением ситуаций, в данном случае, когда мы действительно хотим просто проверить объект А на пустоту, и нам все равно, какого он типа. Мы об этом явно говорим. Вот. Так что не злоупотребляйте, пожалуйста, свойством питона считать условиями, а это важно. Питон считает условиями, то есть можно включать в оператор if на питоне абсолютно любые объекты, просто совсем любые, точно так же, как можно print сделать абсолютно любым объектом. Если про этот объект определено, что он пустой, то будет считаться, что это false. Если про этот объект не определено, что он пустой, то по умолчанию он полный, и значит это true. А вот тут Барс говорит, что есть специальный объект known, который тоже пустой. Да, это так. Ой, not у нас, извините, у нас еще алгебры логики не было. If, ну хорошо, пустой, нет, полный. Не пустой. Это было слово не пустой, а я... Ну-ка, нет, и это тоже нет. Не пустой. If known, else пустой. Чё? Known с большой буквы. О, хе-хе. Я придумал прекрасный тест на пустоту. Смотрите. Отлично, отлично выглядит. Мне нравится. Так, у нас осталось совсем немножко времени. Это чё? Это как? Вспоминаем, что такое int. Int – это конструктор числовых целочисленных объектов. Например, int от... от, там, не знаю, 9 вам покажет, разумеется, 9. Int от строчки вам превратит эту строчку в число. Int от вещественного числа вам превратит его в целое. А int без параметров вам вернет, догадайтесь, что? Правильно, 0. Так что ничего удивительного, что здесь написано вот так. Минутка упражнения мозга для того, чтобы окончательно всех запутать, но я надеюсь, что не всех. А что будет, если напишу вот так? Сейчас подумаем и ответим себе на этот вопрос. Вот. Я, как это сказать, нетрудно быть бабой Вангой в этом случае. Я вангую, что этот объект не пустой. Он действительно не пустой. Потому что int, это же у нас конструктор, конструктор чисел типа int. Ничего удивительного, что при попытке его проверить на пустоту, конструктор этот, нам говорят, что он не пустой. Еще раз, чем отличается вот эта строчка от вот этой строчки? Здесь мы вызвали конструктор, вызвали int. Результатом работы этого вызова был в данном случае число 0, и оно, разумеется, это число пустое. Здесь мы ничего не вызывали, а сказали питону, проверь, пожалуйста, объект, сам объект, который называется int, с именем int. Ну, он его проверил, сказал, что ну, это вообще-то класс, ну, то бишь конструктор объектов, он, конечно же, не пустой. Нет, он не строка, он конструктор объектов именно что. Это совсем другое. Мы в конце семестра попробуем до этого добраться. Вот. Вот. И это что касаемо вот этого тестирования на пустоту и не пустоту.
Домашнего задания сегодня пока что нету. Оно будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Дедлайн, извините, пожалуйста, я перемещать не буду, потому что я нарвался уже на то, что люди откладывают до последнего решения домашних заданий. А понятное дело, я бы предпочел, чтобы домашние задания были решены к следующей лекции. Соответственно, когда бы я не выложил домашние задания на наш Еджадж, дедлайн среду вечером. Сегодня пятница, четверг вечером. Единственное, что пока меня оправдывает, это тот факт, что задания все будут безумно простые. Вот, ну, может быть, чуть-чуть там придется написать там 10 строчек. Вот. То есть пока никаких проблем у нас с вами быть не должно. Вот, значит, регистрация закрывается 30 числа, то есть у нас еще неделя на регистрацию есть. Вот. Решать домашние задания можно с применением тех знаний, которые вы имеете уже по Питону. Ну, например, можно будет решать домашние задания с алгеброй логикой, которой у нас сегодня не было. Всем начинающим в языке программирования пока что очень советую учебник Python Tutor, вот, в котором занятие, в котором есть много всевозможных примеров. Вот. Гораздо больше, чем те четыре задачки, которые я вам дам. Вот. Они все очень простые, как бы они интерактивные. Ну, короче, сами разберетесь. Хороший ресурс. Вот если я начну с ним идеологически быть не согласен, тогда я перестану его рекомендовать. Пока что он нам подходит. Меня уже тут активно благодарят за лекцию. Видимо, народ уже устал. Пожалуйста, пожалуйста, я всегда готов. Ну, как всегда, раз в неделю я точно готов. Вот, встретимся через неделю. Напоминаю, задачки на Еджадже будут либо сегодня, либо завтра с утра. Все. Вопросов явно больше нету. Тогда всем спасибо. Вот, и до следующего раза.